agora? Этих шакалов к нашему порогу, подлец. Не обвиняйте Тернера. Он был лишь орудием в руках предателя. Если желаете увидеть самого великого зодчего, взгляните налево. Мои руки чисты. Фигурально. Я действовал сам и по своим причинам. Джек тут совсем не причем. Очень мудро. Прислушайтесь к орудию. Уилл, я была на летучем голландце. Я знаю, что за бремя ты несешь, но боюсь, дело проиграно. Дело не проиграно, пока есть хоть один дурак, готовый драться за него. Если Тернер действовал в одиночку, как вышло, что он отдал мне это? Мы уговорились, Джек, что ты выдашь мне пиратов. И вот они. Не стесняйся, подойди, получи награду. Ты до сих пор остаешься моим должником. 100 лет службы на борту летучего голландца. Для начала. Этот долг был выплачен. Не без ее помощи. Ты сбежал. Фактически, я... Предлагаю обмен. Уилл уйдет с нами. А вы забираете Джека. Идет. Не идет. Идет. Джек один из 9 баронов. Ты не имеешь права. Я король. Как прикажете, Ваше Величество. Если выдашь мой секрет, я с радостью выдам твой. Кто успел, тот и съел. Смерти. Ты не представляешь, как. Передайте совету братства. Если будет бой, то погибнут все. Если не будет боя, то погибнет лишь большинство из вас. Ты убил моего отца. Он сам избрал свою участь. А вы избрали свою. Мы пойдем на бой, а вы погибнете. Быть посему. Король? Братство пиратов. Благодаря Джеку. Может, он и впрямь знает, что делает?